В дежурную часть Голицынского отдела полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступило заявление о краже запасных частей из помещения автосервиса на улице Вокзальная в Одинцове. Сумма ущерба составила более 77 тысяч рублей. Сотрудники полиции по подозрению в совершении этого преступления задержали 29-летнего местного жителя. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.